кондитерский цех привозят муку, сахар, дрожжи. Из них замешивают тесто, выбирают для него начинку и придают массе нужную форму. Затем все это в печь при 200 градусах, дальше в холодильник. И вот после 4 часов сдоба готова. За сутки из этого цеха выходят 1,5 тонны булочек и печенья. За месяц от 15 до 20 тонн. Своих домочадцев я тоже балую булочками. Есть свои рецепты, по которым я пеку. Удобные, хорошие булочки, печенюшки всякие разные. Я дома отпекаю. Жанна Демченко работает технологом кондитерского цеха Плодово-Щторга 5 лет. А до этого была кондитером в двух известных компаниях. Своим любимым печеньем называет курабье. То, которое получило знак качества «Сделано на Дону» в 2017 году. А сейчас его уже второй раз подтвердила. Вместе с овсяным печеньем и булочкой «Франзолька». Неоднократно сам лично приобретал продукцию на ярмарке «Ночеркасска», например, да. Вкусная, полезная. Хочется пожелать развития вашему предприятию и так держать. Спасибо большое. Курабье с другими 18 видами печенья производят в Плодово-Щторге еще с 1988 года. Так что для многих это, можно сказать, вкус детства. К своей 35-й годовщине компания запатентовала новый логотип. Очень много значит товарный знак, много значит упаковка. Люди сегодня они любят глазами, и, конечно же, они первым видом сначала видят упаковку, товарный вид, а уж потом, конечно, качество. Но чтобы привлечь покупателей, мы все время совершенствуем и работаем над упаковкой. Сделана на Дону система добровольной сертификации. Это знак, подтверждающий высокое проверенное качество местной продукции. Для предприятия, в первую очередь, возможность дополнительная маркетинговая история, да, то есть продвижение. Мы заключаем соглашение с магазинами для того, чтобы продукция сделана на Дону, именно если продовольственная, была представлена отдельными ценниками. Если касается поддержки предприятия, в этом году прорабатывается вопрос по линии Минсельхоза Ростовской области о предоставлении соответствующих субсидий. За 10 лет 88 предприятий области получили 165 сертификатов качества «Сделано на Дону» на 2518 наименований продукции и услуг. Дарья Агаркова, Георгий Тюрин, Николай Кубышкин, Первый Ростовский.